11-летняя девочка в Рубцовске переломала ноги на качелях. По данному факту следственное управление края возбудило уголовное дело. По данным правоохранителей, инцидент произошел в октябре. Во дворе одного из жилых домов на качелях качалась девочка. Внезапно металлическая перекладина сорвалась вниз, и конструкция упала на бок, придавив ребенку ноги. Больше месяца следователи проводили проверку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью девочки причинен тяжкий вред. Она переломала голени обеих ног. В итоге следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они ищут тех, кто может быть причастен к преступлению. Отметим, в сентябре 2017 года детскую площадку обустроил подрядчик по муниципальному контракту.